30-е лунные сутки. Эти лунные сутки бывают не в каждом лунном месяце. Их значение аналогично 29-м лунным суткам. Ничего нового не начинайте, а заканчивайте и подводите итоги прошедшего лунного месяца. Важно отдать долги, чтобы в новый месяц вступить ничем не обремененным. Питание сегодня должно быть легким, но плотным. Голодать не надо. Если имеется склонность к отекам, сократите количество выпиваемой жидкости и соленой пищи. Физической нагрузки ограничьтесь утренней зарядкой и пешеходной прогулкой. Сейчас не время тратить энергию. Хорошо сегодня почистить жилище с помощью благовоний и святой воды.